несколько загрузочек. Загрузочек на то, чтобы вы просто немножечко прочувствовали, как это. Вот. И если вы не против, то просто скажите, да, я согласна или да, я согласен, потому что, естественно, для того, чтобы получить загрузки какие-то определенные, вы должны подтвердить свое согласие. Напишите, пожалуйста, все, я согласна, я согласен. Владимир может поставить следующий слайд. Да, здесь как раз о стоимости участия. У нас три пакета: базовый, продвинутый и VIP. Здесь вот написано, что минимальная стоимость участия в марафоне 3900 рублей. И более подробно вы можете узнать у администратора нашей группы Ксении Маскат. Она вот и сегодня на занятии присутствует. Да, Ксения, стоимость для участников вебинара у нас вот 3900 рублей. 3900. Это стоимость для участников вебинара на самом деле. Потому что сегодня вот все учащиеся, кто примут решение участвовать в марафоне, они получают стоимость по акции. Если вы пройдете по ссылочке, то там цена без акции поставлена. Там базовый пакет 4900, продвинутый пакет 5900, а VIP-пакет 7900. Но он еще плюс из консультации, часовой консультации. Вот. А именно для вас, как у участников сегодняшнего вебинара, цены снижены. И первый пакет базовый 3900, второй пакет продвинутый 4900, и следующий пакет, это VIP-пакет, это 6900. Так что все по вашему предусмотрению, вот как вы захотите. То есть, если вы перейдете, вы увидите, что на сайте цены без скидок. А именно для вас мы сделали скидку. Итак, значит, напишите «Я согласна». Уже писали. Угу. Хорошо. И тогда мы просто сделаем загрузочки. Сядьте удобно, в удобное положение и почувствуйте место, на котором вы сидите. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в прекрасном шаре света. Вы внутри прекрасного шара света, который заполнен жемчужно-белыми энергиями и заполнен безусловной любовью Создателя. Почувствуйте место, на котором вы сидите, и почувствуйте, что вы на молекулярном уровне связаны с местом, на котором вы сидите. И почувствуйте, что вы и место, на котором вы сидите, едины. Вы единое целое. И вы единое целое со всем, что есть вокруг вас. Вы единое целое с комнатой, в которой вы находитесь, и со всеми предметами, которые есть в вашей комнате. Почувствуйте, что вы во всем, а все у вас. И все, что есть на планете Земля, со всеми ее континентами, морями, лесами, океанами, горами. Вы едины со всем этим, потому что все это часть всего сущего, и вы часть всего сущего. И наша планета Земля часть всего сущего. И весь космос, звезды, другие планеты, вся Вселенная – это часть всего сущего. И все состоит из энергии творения. И вы, и каждая ваша клеточка, и каждый ваш атом, и каждая ядрышко атома, все состоит из энергии творения, из безусловной любви Создателя, из энергии жемчужно-белого света. Теперь почувствуйте, как в прекрасный шар света для вас вливаются новые программы, убеждения, установки, новые загрузки от Творца Всего Сущего. А вы просто принимаете их в себя. Почувствуйте, что через макушку вашей головы в вас вливаются новые программы,
Я теперь знаю, что заслуживаю исцеления. Я теперь знаю, как это чувствуется, во всем получать от жизни удовольствие. Я теперь знаю, как это чувствуется, что мое тело значимо. Я теперь знаю, что стоит того, чтобы быть исцеленным, исцеленной. Я теперь знаю, как ценить себя. Я теперь знаю, как это чувствуется, когда у меня достаточно сил и воли, чтобы жить на этой прекрасной планете. Я теперь знаю, что этот мир не в состоянии меня обидеть. Я знаю, как жить, не чувствуя печали за судьбу всех людей этого мира. Я теперь знаю, как это чувствуется, что на меня никак не действуют окружающие меня горе, печаль и злоба. Я теперь знаю, что в любой день, всеми возможными способами, Вселенная заботится обо мне. Я теперь знаю, как это чувствуется. Я верю в себя. Я теперь знаю, как это чувствуется, безусловная любовь Создателя всего сущего. И я знаю, что я достойна или достоин любви. Я достойна, достоин любить и быть любимым. Я теперь знаю, что для меня возможно и безопасно быть исцеленным, исцеленной. Я теперь знаю, что такое быть счастливым или счастливой. Я знаю, что быть счастливым для меня возможно и безопасно. Почувствуйте, как в вас входят все эти загрузки от Творца Всего Сущего вместе с энергиями безусловной любви, жемчужно-белым светом, похожим на белый искрящийся снег, в вас вливаются эти программы и убеждения. И вы теперь знаете, как это чувствуется. И вы теперь знаете, что для вас это возможно. Быть исцеленным с момента зачатия. И для вас это возможно и безопасно – исцелить все свои 4 перинатальные периода. И почувствуйте себя в прекрасном шаре света. Почувствуйте, что все внутри этого прекрасного шара заполнено жемчужно-белым светом. Свет внутри вас и снаружи вас. И вы теперь знаете, как это чувствуется любовь, и знаете, как это чувствуется радость. И скажите: «Я благодарю тебя. Это сделано, сделано, сделано». Thank you.
Почувствуйте, прямо сейчас свет делает свою работу. Свет входит в вас любовью и радостью. И ваши клеточки с любовью принимают эту информацию. И вы теперь знаете, что для вас возможно и безопасно сделать исцеление с момента зачатия, проработать все свои перинатальные периоды, чтобы стать еще более счастливыми и здоровыми. И мы приглашаем вас на наш марафон, который поможет вам в вашем исцелении. И сделайте глубокий вдох и медленный выдох. И почувствуйте место, на котором вы сидите. И медленно откройте глаза. Хорошо. И напишите, пожалуйста, как сейчас вы себя чувствуете. И я хочу вам сказать, что вот эта работа, которая будет проходить на марафоне, она настолько на глубинном уровне все прорабатывает, потому что есть очень много нюансов, которые мы вообще, о которых даже не догадываемся. Потому что помимо того, что на нас не очень эффективно влияет состояние мамы, еще бывает так, что мы в утробе мамы развиваемся не одни, а что у нас еще есть близнецы, близнец есть. Но так как в процессе развития природа, например, допустила рождение только 1/3 всех зачатых близнецов, то вторая половинка просто умирает в чреве, еще будучи неразвитой. И мы начинаем в тот момент испытывать сильное чувство тоски, тревоги, одиночества. И вот такое ощущение одиночества, оно может нас преследовать на протяжении всей нашей жизни. И мы иной раз даже не можем понять вообще, что происходит. Почему мы все время чувствуем себя такими одинокими и недолюбленными, и какое-то непонятное состояние? А это может происходить потому, что ваша мама на какую-то долю секунды вдруг подумала, что, наверное, не вовремя эта беременность, или она хотела избавиться от вас, или предпринимала какие-то шаги, но безуспешно, или же вы были зачаты как близнецы, но потом вот вторая клеточка, более слабая, она замерла в своем развитии, а вы как более сильная развились и продолжали развиваться. И поэтому вот мы иногда чувствуем в жизни какую-то боль, горечь, как будто нам чего-то не хватает, но мы не можем понять, чего конкретно. И мы, конечно же, проделываем техники, которые позволяют нам избавиться от этого чувства одиночества. И также прорабатываем абортированных детей, потому что это тоже очень сильно на нас влияет. Потому что дети, рожденные после одного или нескольких абортов, особенно подвержены риску. А вы не знаете, до вашего рождения был ли у вашей мамы аборт или его не было. И у таких детей в семье, где мама делала аборты, могут быть тоже в будущем какие-то желания, тяга, стремление к суициду, то есть страх жизни, постоянно какие-то травматические ситуации, болезни. Мы также это все прорабатываем. Поэтому вы просто должны понять, что никогда не поздно это узнать и исправить. Тем более у нас есть удивительные, уникальные практики. Ирина, я дополню. Да. В чате...